девчонок высматривает. Этот очумевший погнал. Трактор погнал, как угорелый. 40 километров в час аж едет. Я сегодня, наверное, до вашего выступления супу пойду куда-нибудь съем по-любому. Не могу. Спросить надо у него. Как его зовут? Александр. Русский, что ли? Да нет, конечно. Ну. Почему, конечно? А вдруг наши там уже обосновались? Александр же не такой уж и. Нет, ну тогда говорите Александр. А, ну он Александр, да. Вот. А вы сказали, как по-русски. Ришак. Фамилия? Да. Ришак? Ришаг. Рихоук или Ришаг. Мне кажется, это еврейская фамилия. Оля, как у них есть Мархок. Марш тоже пишется как, ну, типа маршалок. Там, видите, да, летает какой-то змей. Или дельтаплан. Ну, дельта, конечно, дельтаплан, это шикарно. Вода упадет, все, прохлада. Ну, вот там на лодке люди выгружаются. Под этого тракториста попали, а? Очередина уже там. А что толку-то? А, ну так и говори. Ну нет гарантии, что туалет будет. Пока из знаков только вон жратва и спать. Будет вот елочка со столом. Остановимся. Либо вот я могу вас высадить, где что-то будет. Но вам перебегать сложно будет. Давайте. Потерпите немножко. Сейчас будет знак какой-то. Хотель. Вот собака ты, тракторист. Блин. Чего его понесло, непонятно. Вон он летает, видите? Вот это куда? Видать, уже начался сейчас пик. Приезжали, помнишь, исландцы-то у меня бухали 24 часа в сутки. Жрали все пиво, водяру, вино. Да, мы уже близко. И вот по-большому или по-маленькому хочешь? Оба. Терпишь еще? Я тем более сам захотел. Как вы сказали, что вы хотите, и мне захотелось. А где же ватер-клозет? Не знаю. Наверное, в домике там. В домике, наверное. Нормально. Уверены, что это клозет? Клозет.